С вами Егор Еремеев и компания SMAPS, и сегодня мы отправляемся учить английский язык в Дубай. На данный момент я уже в центре ЕС Дубай. Это лучшая школа изучения английского языка во всех Арабских Эмиратах. Но я не буду вам рассказывать скучную информацию про программы, классы, преподаватели. Это все вы можете посмотреть у нас на сайте www.smaps.ru. Ссылочка будет в описании. Там же есть и онлайн-консультант, который ответит на все ваши вопросы. А я вам расскажу то, что вас реально интересует. А интересует вас интерьер. Вас интересует, чтобы это было круто. Начинается мой первый урок. Это у меня спикинг-класс. Мы весь урок разговариваем на разные интересные темы. Потом 15 минут перемена. За 15 минут можно успеть покушать, поразговаривать с друзьями, встретиться. Есть перемена, есть разнообразие в уроках. Очень интересно проходят уроки. То есть нет еще ни одного дня, что я пропустила уроки. Если ты являешься студентом ЕС Дубай, то у тебя действует большая скидка на резиденции. То есть я плачу за резиденцию 1700 дирхам. Кто не является студентом, платит 3500. Я всегда сама думала, что общежитие – это ужасно, я никогда в жизни не приеду жить в общежитие. Но нет, вообще это совсем другое. То есть здесь, в Дубае, вообще другое общежитие. Все очень чисто, чистая кухня. Наша резиденция очень большая, очень удобная. Это место напоминает небольшой городишко, скажем так. Ты заезжаешь сюда, проезжаешь через ворота, и здесь, на этой территории, находятся общежития и корпуса различных университетов. Большая территория этого академического города. Здесь несколько резиденций, и вот в этом общежитии живут студенты со всех университетов. Потолки, вот я 1,82 м, ну где-то под 4 метра. То есть высота потолков просто офигенная. Огромные окна, комнаты разные, есть студии. Вот это значит, здесь есть кровать, полуторка, диванчик здесь есть, ну все, что нужно. Дальше комната на двоих, двухместная. Еще есть другие комнатушки здесь на два человека, пожалуйста, одна кровать, вторая кровать. Как в любой резиденции за границей принято, у вас это не только комнаты, где вы живете. Смотрите, вот это все компьютеры, где вы не учитесь, а где вы играете, понимаете? То есть здесь в Эмиратах продумали не только, как вы будете учиться, но и то, как вы будете отдыхать. Компьютеры, гонки Формулы-1, игровые аппараты, короче, всякие разные стоят. Здесь даже вот эта зона, пожалуйста, это VR, виртуальная реальность. То есть несколько комнат виртуальной реальности. Дальше еще игровые зоны, PlayStation. Видел что-то похожее, но с виртуальной реальностью. Я не припомню ничего. В принципе, здесь очень много из разных стран, ребят. Мы все общаемся. То есть нет такого, что СНГшники общаются только с СНГшниками, там испанцы только с испанцами. Нет, мы все общаемся. У всех много друзей. Я не знаю ни одного человека, у которого нет здесь друга. То есть у всех какие-то компашки. Мы все встречаемся после обучения. Мы идем все вместе гулять, выпить кофе, поиграть. На выходных мы встречаемся. Это очень круто. Район находится прямо в центре города. Марина – это вообще самый мой любимый район, очень красиво. Рядом есть торговый центр, метро. Это очень удобно, что можешь доехать.
И, в принципе, здесь очень много красивых мест, ресторанов. Здесь очень вкусно готовят. Преподаватели есть как и с Америки, так и с Великобритании. Преподаватели вообще самые мои любимые. Я их никогда не забуду. Реально очень грамотные. Все четко, классно, интересно объясняют. Уроки у нас вообще суперинтересные. Проходят необычно, не как во всех школах или университетах. Это не какие-то лекции, это реально игры. То есть мы узнаем друг друга, мы знаем все обо всем от учителей, от учеников. Уроки проходят каждый день по-разному, разные форматы, но при этом мы успеваем все. А вот это, кстати, кафушка, она прямо находится в школе. Здесь вы можете купить кофе, какой-то сэндвич, перекусить. Но рассчитаться наликом у вас не получится. Только карточки или у них местные есть метрокарт, я так понял, называется.